Так, переходим сразу же к следующей посылочке. Честно говоря, вообще не знаю, что идет. Посылок очень много, так что будем смотреть вместе и удивляться, и радоваться, или огорчаться. Так, ладно, разрежу так. Надеюсь, ничего не повредится. Та-дам-та-дам. Это же крест Доминика Торетто, который стоит 67 рублей. О, нет. Так потом вас обманывают там ВКонтакте или где пишут. Типа вот косарь там с чем-то там. Да, дураков обманывают. Но меня не обманешь, я купил в Китае за 67 рублей. Вот такой вот он. Не знаю, лучше или хуже он там ВКонтакте. Ну конечно, ВКонтакте, наверное, круто. Хуя. Fashion Jewelry. Вот такой вот крест Доминика Торетто. Мне он уже нравится. Так что ссылочку обязательно дам. Покупайте, кому нужно. Кому не нужно, покупайте ВКонтакте за 1500 рублей, как идиоты. А я вот купился за 60 рублей. В принципе, отличный крест. Неповрежденный, цепочка прикольная, настоящая мужская. Крестик, правда, вот этот хлябает, но ничего страшного. У Доминика он, по-моему, так и был. Вот. Кто фильм любит, Форсаж, подписываемся на канал, ставим лайки, участвуем в розыгрыше. Всем пока!